Революция в рекреации города Петрозаводска. Не побоимся этого слова. Услышана долгожданная просьба петрозаводских любителей лыжного отдыха, любителей прогулок со скандинавскими палочками, велосипедистов, наконец. Петрозаводск в зимнее время погружается в темноту, чуть не после обеда, и удовольствие пройти по облюбованной лыжной трассе из-за темноты было невозможно. Невозможно до сегодняшнего дня. Сделали большие шаги для того, чтобы освещение было на развилке. На развилке это массовое место, там проводятся праздники, чай, кофе. Население любит там пообщаться. Вот. Сделали или решили вопросы небольшие доработки проекта освещения на стоянке. За ноябрь мы стоянку приведем в порядок. Ну и сегодня самое главное, заключено соглашение с инвесторами, которое позволит лыжной трассе развиваться и более качественно предоставлять населению нашему услуги. Вот. Самое главное, лыжная трасса и конкурс в этом году будет проведен на таком же высоком, понятно, хорошем уровне. То есть у нас освещение выполнено за счет республиканской субсидии. Да, да. Почти 5 миллионов затрачено. Экономия у вас образовалась в результате торгов. И на оставшуюся сумму вы еще какие мероприятия сделали? Мы получили разрешение. К сожалению, проект был так сделано не до развилки, поэтому на оставшуюся часть суммы было заключено дополнительное соглашение. И компания «Люмен Плюс», кстати, руководитель здесь, у нас присутствует, выполнила работы качественно, в срок, мы вот и понимаем. И следующие доп. Работы тоже вам, у вас этот контракт, да? Или да, организация, да? Светильники установлены, мощность каждого светильника 80 ватт, длина трассы около 3 километров, если вы знаете, да. 2,5. Ну, общая трасса, ну, имеется в виду со стоянкой, с освещением площадки, около 3 километров. А скажите, вот хватит ли напряжения, ведь я так понимаю, 220 вольт, да. вольт идет, да. Хватит ли до 3-километровой точки? Да, хватает. Ну, сделан проект, рассчитан, этого хватает. Не будет там тускло, да? Нет. И насколько они антивандальны, вот ваши сооружения? Ну, степень защиты, если вы знаете, IP56, то не есть, знаю. Ну, антивандальные, то есть к погодным условиям они приспособлены. Конечно, светильники непогоду выдержат, а в остальное время есть надежда на создание групп волонтеров, под защиту которых будет взят столь важный для Петрозаводска объект. Очень хорошо, что вот взят такой тренд на то, чтобы такие знаковые места приводить в соответствие с соответствующими там нормами всеми, да, горожане любят это место, и сегодня очень важно вот то, что сегодня сделано, сохранить, то есть очень хорошо, что есть организация, которая возьмет на обслуживание эту территорию, то есть мы уже будем, по крайней мере, знать, что кто-то присматривает за установленным оборудованием, чтобы здесь все было спокойно, хорошо, безопасно, чтобы горожане смогли спокойно проводить свой досуг и летом, и зимой, и вечером, и днем, и когда темно. То есть здесь всегда будет освещение, и это доставит радость и, самое главное, здоровье нашим горожанам. Очень хотелось бы, чтобы это было такое направление было поддержано, и остальные территории городские, где тоже нужно, ну, усилить, скажем так, внимание обслуживанию. Ведь есть и парковые территории городские, которые сегодня реконструированы, парки, которые отремонтированы, установлены тренажеры, там, дорожки и так далее. Но они не еще должным образом обслуживаются. Но мы ведем в этом направлении работу, очень тесно взаимодействуем с администрацией города, держим на контроле этот вопрос. И думаю, что это будет достойным примером того, как должна содержаться городская территория. Такие места должны содержаться надлежащим образом, и я думаю, что горожане будут довольны, что такие вот произошли изменения с фонтанами.